В этот погожий июньский день мы решили разведать небольшое родниковое озеро в конце Святошинского леса. Но неожиданно нашли рядом с ним обелиск с посланием пионерам 2022 года от пионеров СССР из 1972. Надо будет вернуться сюда через 2 года и почитать. А наш дальнейший путь лежал через ДОТ-480 к крупнейшему из Пущеводицких озер Горощихе. Из Пущеводицы мы возвращались вдоль трамвайной линии, проложенной в лесу еще в 1900 году. Так-с. Вот это где-то тут должно быть 2 озера Вирлося. Но что-то я пока их тут не вижу. Хотя, судя по тому, что такая крутая зона отдыха с такими пеньками, вот, с такими халабудами, то, наверное, тут все-таки озеро должно быть. Не просто ж так тут такие эти поставили. Тут еще какая-то надпись про какие пионерстабер есть. Это пионерлагерь тут был. Да? Ну-ка. Ой, какой класс. Сейчас! Да-да-да. Было проведено зліт юних туристів. Краєзнавців міста Києва, присвячених 50-річчю СРСР імені В. Леніна. У підніжжі обеліску закладено лист звернення до піонерів 2022 року. Інтересно, блін. Через 2 роки приїдемо. Почитаємо, що ж тут за лист. Ну, класно. Піонери. Не буде вже ніяких піонерів. В 2022 году. Вот не знали, ребята, в 1967. Так, ну едем смотреть, где ж тут озеро вырвалось. Уа! Уа! Уа-ва-ва! Да? Я понял, что гнилое, Понял. Там написано, что тут. Во. Боку иди. С какого боку? Там, где лежат вот эти длинные палки, на которых держится поперечная. Поперечная. Вот это озеро Вирлося, да? Угу. Но тут не покупаешься, хоть мы и взяли плавки. Тут нету пляжика. А вон там что-то такое есть, типа пляжика, да? Значит, мы тут... А вон там лавочки какие-то. Мы сейчас туда спросимся и посмотрим. Наверное, там можно... Ну, во всяком случае, ноги я там точно помочу. Покупаться вряд ли я там что-то... Такой шо будешь? В воде я вряд ли буду купаться. Вода, да, называется? Да. Ну, понятно. Ну, хорошо. Ваня, а ты? Смотри, это я Ване говорю, что это же все дамба была, да? Это дамба была, да. Столько воды нету. Не, наверное, ее спустили просто. Там же, если это дамба, то там должно быть... Что? А там давно ничего нет. А там ничего, да, нет. Действительно. Ну, зато мы попали на... О, нет, так мы же нашли, понимаешь, мы же нашли это. Тут же у меня по ГПСу, я же по ГПСу. Должно быть все в порядке. Вон, по ГПСу тут... Вон по ГПС, а тут у меня озеро. Доставай свой ГПС, посмотри. Только пошлите туда на лавочку. Идите на лавочке, да, идите, я... да, иди. Только не впади. Вот как, раз, а там еще справа будет озеро, ниже там будет еще какое-то озеро. Там справа тоже есть, но оно очень заросшее. Да? Что ж такое? Смотри, какие тут озера должны быть. Классные. А их на самом деле что-то нету. Заросшие какие-то. Непонятно, что такое. Что же это такое, блин? Почему? Слева это... А сейчас направо еще поедем, там посмотрим. Да. Но есть комары, блин. А там тоже озеро слышно, что...
что квакают эти. Нет, так оно ниже там, оно, да, оно, ниже, там просто идет, там нет, надо проехать. Речка, а потом вон там он, все видите, туда поехали, ну и мы туда потом поедем. Но давайте сначала сюда спустимся, Ваня. Посмотрим, что тут за водоем. Сюда, да. Ну и налево, вон там лавочки есть, там у лавочек положим велосипеды. И посмотрим, может тут есть пляжик, что можно зайти в воду. Ага. Лавочка классная вон. А? Так. Ну. Вода даже есть. Даже есть не пересохшая вода. Смотри какой. Что? Угу. Понятно. Есть эти самые летают. Как их? Стрекозы. И тут комаров, конечно, меньше. Ну, классно, все класс. Я пока камеру выключу. Покупаемся. Ну, что там на дне? Твердый песок. Мама, фотографируй, как мы друг дружку обмываем. Я вас снимаю. Фотографировал? Я снимаю вас. А? Снимаю? Да. Нет, это фото сделай. Песок. Твердый песок. Это типа озеро Вырлица. Наполняется оно вон с той стороны этим родничком. А тут птички поют. Так, ну поехали на то второе озеро теперь смотреть, что оно там такое. Хорошее озеро. И главное, людей нету, а птички есть, да, Ваня? Подожди, чтобы мама видела, куда ты зашел, Вань. Тут речка течет.
справа. Вот такое вот это озерцо. Мама видела, что ты сюда едешь? Да? Да. Хорошо, хорошо, поехали. Ага, тут препятствие, Ваня. Давай твой велосипед. Помоги, Ваня, поднять задний. Перелазь. И я тебе прицепи. Так, тут много крапивы. Ваня. Заметил уже, да? Классно. Так. Ага. Да? Или Даша, или кто-то живет, правильно? Ну, мы пойдем вперед, да? Хорошо, идите там только подождете меня. Так, не впадет? Но тут, видишь, пляжика практически нету. Ну, только там. Ну, только там и совсем слабенький, да. Ну, тут все лиственное уже. А? Тут все лиственное уже. Это не лиственное, это, Ваня, эти самые водоросли. Это все из-под низу. А, это они... Конечно, видишь, это водоросли. Видишь, снизу они растут. Это просто такие водоросли, которые, чтобы больше хлорофилла набрать, выпузыривают на поверхность воды свои листочки. Вон какое оно, видишь? Угу. Ну пошли. Ну правильно, это уже поселок, тот, который раньше назывался Мощуна, сейчас начинает называться часть Гостомеля. Мы сейчас туда вон поедем. Прямо, там где мама прошла. Давай-ка, выдвигайся. О, Ваня, тут такая лошадка на пружинке. Тут такое все, но только для очень маленьких деток. Да. А не для подростков. Так, то что, вы тут будете отдыхать или поедем уже? Я хочу посмотреть, я извиняюсь, ГПС. 5 секунд. Ну, давай, смотри. Сейчас поедем в Пущу Водицу. Вон туда. Хорошо.
Ну, что? Мама, смотри, как весело. Ну, Ваня, показывай, как ты умеешь. Не разучился еще? Я даже не учился. Как это не учился? Ты что, забыл, такое тоже у нас есть? Ну, прикольно. Да? Какой конок? Ваня, вон еще какие коноки есть. Иди сюда. Так у меня ручки нету. Это как из той. Купила мама коника без жодної ноги. Яка цікава іграшка. Ги-ги-ги-ги-ги. Ну давай, подымайся. Жик. Жик. Все. Вот прыгаешь, молодец, да. Все. Песочничек есть, Ваня. Песочничек не хочешь поиграться? Ну ладно. Ну, речка Ирпень слева, да. Че, что это самое? Понятно? Давай, показывай, Ваня. Вот. Это что у тебя? Это крапива ужалила. Крапива ужалила. Классно, да. Красиво. Ты маме показывал? Да, показывал. И что она сказала? Ого. Ого? Я бы сказал, что круто, Ваня. Красиво. Угу. Ладно, молодцы. Давай, делай выстрел. Бжик. Бжик. И дергай эту. Бжик. Куда дергать? Сюда, на себя. Вот так. Бжик. Все, бух. Так, все, сделал выстрел. Теперь иди в эту, как ее, в подземелье. В дот. Хорошо. Там лестничка есть. Только не свались, там дырка. Да, вижу. Видишь? О, все. Угу, да. Это дот называется. Долговременная оборонительная точка. Тут стояла пушка и стреляла всех немцев. Ну вот. Ну так ты сюда говори, а то не слышно. Ну, мы сначала оттуда. Сюда говори, в микрофон. Мы сначала оттуда, а потом туда, на тот и оттуда обратно. Ну и что там, какие рыбы встречались? Никакие. А крокодилы какие? А утки встречаются. А утки какие встречаются? Большие и маленькие. Большие, а крокодилы какие? Никакие. Что, нету крокодилов? Да, нету. Мама, почему нету крокодила? Не завезли сухое еще. Плохо. Или все люди всех крокодилов съели. Понятно. Ну ладно. Понравилось, Ваня? Да. Хорошо.